Моя проповедь называется «Полнота Божия во мне». Полнота Божия во мне. Или глубина в Боге. Заметите, что Бог желает, чтобы мы углублялись в познание Его. И Бог желает, чтобы мы имели Его полноту. Вы позволите пиджак снять? Нет ответа. Спасибо. Если надо кому-то сказать спасибо, если вы молчите, мне некому сказать спасибо. Есть такое, когда человек так углубляется в Боге, что он наполнен Божьей жизнью. Вот послание к Колоссянам, 2 глава, Библия говорит, 9-10 стих. Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стих. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Первое, говорится, что во Христе Иисусе обитает, живет, пребывает, когда полнота Божества, Божеское телесно. То есть Иисус Христос, в нем была вся полнота и есть. Это не говорится только то, что было, когда Он ходил на земле. Послание к Колоссянам было написано, когда Иисус уже умер и воскрес. Поэтому, когда Павел говорит, в нем обитает, он имеет в виду текущее время. Значит, на данном моменте во Христе Иисусе обитает полнота Божества телесно. Скажи, обитает. Важно, чтобы вы заметили, Бог всегда так работает. Все, что во Христе, оно твое. Потому что Иисус Христос занял мое место, умер вместо меня и воскрес, и воссел одесную Отца, и я, моя жизнь, отождествляется с Ним. Поэтому все, что есть во Христе Иисусе, оно мое. Скажите, оно мое. Скажи, мое тоже. Заметите, поэтому написано, и вы имеете в нем полноту, а он есть глава. То есть для того, чтобы эта полнота, которая во Христе стала моей, он должен быть моей главою и в моей власти. Это означает, я покаялся, принял Иисуса, я часть тела Христова, он глава, и поэтому полнота, которая у него, течет ко мне, и эта полнота моя. Так, получается, что мы ходим на улицах, и мы имеем полноту в нас. Бог через Иисуса дал нам его полноту. Так, теперь вопрос такой. Библия говорит, ранами его мы исцелились. Например, да? Что это значит? Это значит, исцеление произошло. И я имею исцеление. Скажите, ранами Иисуса я исцелен. Однако, будучи исцеленным в духовном мире, я уже исцелен. В духовном мире много чего я уже имею. Но то, что я уже имею в духе, я должен каким-то образом это из духа взять и осуществить практической моей жизни. Поэтому, если ранами Иисуса я исцелен, но это не значит, что не исцелен ранами Иисуса. Это значит, я еще не взял из духовного
в реальную практическую жизнь. Задача, чтобы то, что мы имеем во Христе, то, что Он приобрел 2000 лет тому назад, чтобы мы это взяли и осуществили в жизни ежедневной. Говорится к Ефесянам 3 глава 14 стиха. «Для сего преклоняю колено мое перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Если смотреть внимательно, 14 стих и 15, это начало, где Павел пытается помочь Ефесянам иметь эту полноту Божию в свою жизнь. И он говорит, для этого я преклоняю колено мои перед Отцом, от которого все Отечество, все, что называется Отец, оно оттуда началось, от Отца. Я хочу, чтобы вы помнили, Он ваш Отец. И все остальное отцовство, которое есть на земле, представляет Его. Если забуксовал земное отцовство, иди к Отцу-начальнику. И Он сделает все, что надо, и благословит тебя в жизни. 14 стих. Говорится, Павел говорит, я молюсь, преклоняю колено мое перед Господом. Он молится за Ефесян. Первое. Если мы хотим полнота Божества, молитва важна. Скажите, молитва. Еще раз скажите со мною. Заметите, есть разные виды молитвы. Большинство христиан, когда они говорят молиться, имеют в виду, Господь, дай, помоги, дай, помоги, дай, помоги, дай, помоги. Вот такая молитва не даст вам наполниться полнотою Божией. Это даже в какой-то степени младенчество, когда постоянно вся моя молитва это «дай, помоги, дай, помоги, защити, дай, помоги, защити, дай, помоги». Есть более глубокая молитва, или скажу так, есть молитва, которая может помочь тебе углубиться в Боге. Это не молитва «дай, помоги, дай, помоги». Иеремия, мне кажется, из всех писателей Библии, он искал Бога больше всех. Куда ему деться? Его хотели убить каждый день. Поэтому ему пришлось искать Бога ежедневно. И поэтому неудивительно, что Бог через него именно начал открывать вопрос богоискания. Говорится таким образом. Иеремия 33.3. Иеремия 33.3. «Возовет ко мне, я услышу и отвечу, и покажу тебе великое, то, что ты еще не знаешь, что было недоступно тебе. Покажу». Это означает, до молитвы, когда я не молюсь, молитва, когда я возову к Богу, искать Его лицо, я могу жить, думая, что я вижу, думая, что я знаю, а на самом деле не вижу, не знаю и не в курсе. Оказывается, есть сфера, где стандартная для всех. Покаялся, пришел к Богу, услышал проповеди, крестился Духом Святым. И этот стандарт у многих христиан – это все, что у них есть. Больше ничего. И на их жизни это так очевидно.
Иеремия 29, 11, 13. Там написано так. Вы возовете, опять возовете. Но там есть еще одно слово, которое добавилось. И взыщите меня, и найдете меня, и я буду найден вами, если взыщите меня всем сердцем. Стоп. Когда я покаялся, принял Иисуса, ведь я же Бога нашел. Да. А что, после того, как я нашел Бога, после покаяния, могу еще больше найти Его? Да. Если все твое хождение с Богом, это дай проси, дай помоги, и прийти на собрание, дать десятину, пошел на работу, это все, то у тебя неглубокое хождение с Богом. И неудивительно, многие вещи, которые Бог показал тебе, не исполняются. Корни духовные в твоей жизни не соответствуют тому видению, которое Бог тебе открыл. Не соответствует. Если хочешь быть большим деревом, корни должны быть большими. Да, Бог тебе открыл, что Он хочет, но корни тебе надо запускать, углубиться, чтобы корни твои соответствовали тому видению, плану Божьему, который Он тебе открыл. И Павел говорит, преклоняю колено мое перед Отцом Небесным. Заметите, что Павел преклоняет колено за Ефесян, не за себя. Да, мы должны молиться за себя. Скажите, искать Бога. Но здесь Павел говорит, я преклоняю колено за вас. Я всегда думал, углубление в Боге, мне не нужен ни пастор, ни служитель, ни лидер. Я и Бог хватит, и Библия моя. А здесь говорится, кто молится за того, чтобы они получили откровение о познании Бога, о полноте Божьей? Павел за них молится. Вы заметили? Это означает, для того, чтобы углубиться в Боге, иметь полноту Божьей, мне нужен Павел, чтобы за меня тоже и молился, и учил, и говорил, и подсказывал, потому что, оказывается, я не могу войти в глубину Божию самостоятельно только. Мне нужен Павел. Я вас не слышу. Вот заметите, здесь говорится, это Павел говорит, я за вас молюсь. Есть элемент в углублении в Боге, который в твою жизнь не придет, кроме как через Божьих служителей. Помните Анна? У нее не было детей. Она молилась Богу. Написано, что она молилась так, что даже слов не было. Так сильно искала Бога. И пришел Или, служитель, и сказал, ты пьяный? Он говорит, нет, я не пьяный, я ищу, мне нужен сын от Бога. А, хорошо. Пусть Бог даст тебе сына. И она получила сына. Когда она сама искала, дверь открылась. Но что появился сын, нужен был Или. И даже второй раз, когда они вернулись с Самуилом, Или сказал, пусть Бог даст вам еще. И появились. Номер два. Там написано, мы 15-16 стих, написано, да даст вам, 16, по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Это номер два. Если мы желаем углубиться в Боге, иметь Божью полноту, Бог желает, чтобы пришло определенное крепость внутри нас. Есть определенное крепкое утверждение, крепость. В оригинале это означает укрепленность, твердость, внутренняя защищенность, как будто город окружен стеною каменной.
Оказывается, есть такое состояние. Внутренность называется укрепленное состояние, утвержденное состояние, твердое состояние, состояние защищенности. Если мы желаем наполняться Божьей, полнотой Божьей, необходимо, чтобы Духом Святым наша внутренность стала крепкой, укрепленной, затвержденной, крепко твердой. Но из этой фразы, которая там находится в 16 стихе, есть двойное понятие к этому. Первое – крепко утвердиться. Это имеется в виду, есть определенная информация, которая должна во мне крепко утвердиться. То есть попасть и твердо остаться у меня в сердце. Если Слово Божие будет живо, крепко, утверждено внутри тебя, ты заделал большинство трещин. Только от того, что истины Божие, Слово, обетования Божие, они тверди в тебе. Но еще второе утверждение, крепость. Нам нужны крепости внутри. Если я позабочусь о том, чтобы я был крепким внутри, через энное время я буду удивлен, сколько, извините за фразы, сколько Бога во мне становится и проявляется. Я начну думать, откуда ты взялся? Оно все время приходило в твою жизнь. Но раньше у тебя сердце было некрепкое, и все ты терял. Многие люди мыслями своими опустошают свою внутренность. Вы знаете, что можно так мыслить себя до слезы? Наверное, вы никогда такое не делали. Сидишь и мыслишь. И воображение в голове. И мыслишь. И можно привести себя к слезам. Меня никто не любит. Только от мысли. Представь себе, если человек живет только такими мыслями постоянно. Это пустой, емкий водоем, где ничего нет. Первое, с чем надо бороться, чтобы ты был крепким внутри, обрати внимание на твои мысли, ход мышления твоего. Все, что на этой земле, требует атмосферу определенную. Крепкое сердце, помазанная жизнь требует атмосфера хороших мыслей. Неудивительно, Бог сказал Иисусу Навину: ты будь мужественным и твердым, непоколебимым. Вот это то состояние, которое надо, чтобы Бог мог открыться человеку в полноте и проявлять себя в полноте. Эта крепость – это не решение. Я буду крепким. Нет. Это не допусти трещины. Меняй свое мышление. Меняй свои разговоры. Разговоры, саможалость создают трещины твоей внутренности. Каждый раз, когда ты говоришь: я никто, никто меня не любит, со мной не считаются, неважно какими словами, но это вот суть разговора, ты создаешь трещины. Ты любимый у Бога, ты Божие дитё, ты создан прекрасным, у тебя есть небесный Отец, который тебя любит. Не создай трещины в своей душе. Третье. Наше сообщество. Слова. Мысли. Делает нас слабыми. Но точно так же хорошее сообщество сделает нас сильным. Присутствие Божье сделает нас сильным.
17-18 стих. Верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укоренены, утверждены в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Божия. Третье. Говорится здесь, верою вселиться, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши. Заметите, там не написано, чтобы Иисус жил в ваших сердцах. Это когда Иисус начал служить, Он говорил, беси сказали, мы знаем Тебя. Но народ тоже знали, что это Иисус. Но они сказали, Ты Христос Божий. Про Иисуса все знали. Христос Божий, это означает, этот Христос есть определенные характеристики, которые простые люди не знали. Христос – это не второе имя Иисуса. Иисус – это Его имя. Христос – это объяснительное, которое объясняет, кто Он от Бога. В общем, по-нашему, по-русски можно сказать, помазанный, наделенный, или в котором вложена божественные способности. Поэтому Павел говорит, чтобы Христос, найду, 17, верою вселиться Христу в сердца ваши, означая, Бог желает, чтобы в нас верою обитала, пребывала, запущен был все качества, христовые качества, которые были у Иисуса. Все, что связано с помазанием, с тем, что Бог дал Иисусу. Вы понимаете? Одна из причин, почему удары жизни нас опустошают. Потому что они нас ударяют в то время, когда мира у нас нету. Любовь Божья не течет, как должно. Присутствие Божье не ощущается. Сила Божья не видна. И все, что Божье, абсолютно ничего не заметно. И удар в это время, мы легкая добыча. А Бог говорит, есть уровень, где? На постоянной основе, в проявленном виде, не только верою, ощущение Божьей любви, Божий мир, радость, все, что приходит благодаря действию, работе, помазанию, которое на Иисусе, оно на постоянной основе проявлено в вас. А это верою делается. Скажи, моя вера. Еще раз скажи, моя вера. Четвертый, 18-19 стих. Написано, чтобы вы вместе со святыми уразумели и постигнули, могли постигнуть. Оказывается, крепкая душа, крепкость внутри, утвержденная атмосфера любви, мир, радость, присутствие Божьей силы, дает мне способность уразуметь, который раньше я не имел. Опять же получается, я думаю, что я разумею некоторые вещи. Оказывается, нет. Только при первой вещи, о которой мы говорили, появляется способность уразуметь, понимать. И не только уразуметь, а постигнуть, достичь и взять. И иметь, оно приходит после. Расширяется твоя способность понимать. Умножается. Когда мы ищем полноту Божию, одно из вещей, что происходит, расширяется наша способность понимать, разуметь,
оно расширяется. Оказывается, все, что у Бога, оно глубокое, широкое, длинное, долгое. И Бог хочет, чтобы мы это понимали и уразумели. Заметьте, написано, вместе со всеми святыми, не в одиночество, не как партизан. Есть многие вещи, которые Бог не сделает, кроме когда мы вместе со святыми. А некоторые хотят сами по себе. Не бывает. Это со всеми святыми. Вот, а можно без этого святого? Он... Нет. Почему? А он кричит. Но он святой. Придется с ним. Есть святые, которые скажут какую-то фразу, они две недели пытаются понять, что он сказал. Некоторые святые закашляли, они уже поняли, что ты хочешь сказать. И получается, и те нужны, и те нужны. И те от Бога, и те от Бога. И есть такое на самом деле. И получается, эти, которые неделю ломают голову за одну мысль, обвиняют тех, что они плохие, они гордые, они высокомерные. А эти, говорят, эти глупые, они медленнее. Но и те от Бога, и те от Бога. И те нужны, и те нужны. Эти для расширения терпения. Некоторые из них для расширения долготерпения. А эти, чтобы поднять в нас чувство срочности и ответственности. Но и то, и другое надо. Скажи, вы все мне нужны. Понимание новое приходит. И поэтому говорится, дабы вам получить полноту Божию. Всю полноту Божию. Все это необходимо, чтобы мы могли получить полноту Божию. Жизнь – это промежуток, который Бог дает для создания уникальной истории. И каждый из нас является ее героем. Бог ищет людей, создателей хороших историй. Создай свою собственную историю с Богом. Благодаря этому учению пастора Генри Мадава вы начнете большие приключения с Господом, которые навсегда изменят вас. Не ожидайте лучших времен, чтобы действовать. Делайте шаг веры сегодня. Многие из вас, вы убрали большие возможности, которые вы собирались делать для Господа, для жизни, потому что вы посоветовались с видимым. И видимое вам сказало нельзя. А надо было не смотреть на видимое, а смотреть на невидимое и строить исключительно по Слову Божьему. Учение пастора Генри Мадава «Создай свою собственную историю с Богом» поможет вам хранить уверенность в Боге и создать свою собственную уникальную историю. Становитесь тем, кто пройдет через большие приключения и явится причиной расширения Царства Божьего.